имею опыт работы в Рижском совете народных депутатов. В 93 году был лишен права гражданства, как я считаю, незаконно, и поэтому общественной деятельностью теперь занимаюсь как не гражданин. В прошлом и позапрошлом году занимался организацией выборов, проведением референдума по предоставлению русскому языку статуса второго государственного. Полиции безопасности был охарактеризован как главный зачинщик этого действия. После проведения референдума размышлял о том, как необходимо дальше действовать для того, чтобы обеспечить реформирование нашего общества. Выдвинул идею организации проведения выборов парламента непредставленных. Эта идея нашла поддержку массы. Теперь мы провели конгресс неграждан и собираемся провести выборы в парламент непредставленных. Мне кажется, что этот парламент может стать инструментом политическим организации единой латвийской нации, в которой на равных будут жить латыши, латгалы, русские и представители национальных меньшинств. Ради этого, реализация этой цели, мною разработана программа 12 шагов по достижению цели парламента непредставленных. Но я думаю, что и после того, как институт без гражданства будет ликвидирован, парламент непредставленных сможет защищать интересы и других слоев общества, угнетенных, отторгнутых от власти. Приглашаю проголосовать за меня, поскольку знаю, что нужно делать, как нужно делать, обладаю соответствующими навыками и способен повести за собой людей.